Итак, будем распаковывать фикс-прайсовской керамикой. Вот таким вот керамическим ножом. Пока нет, она не видит. Вау! Сколько тут всего интересного подарили. Ну, все по порядку. Здесь у нас, значит, много чего интересного. Это бумага. Запаковали, конечно, конкретно. Но это просто мечта Кирухина. Вот такая вот обалденная доска. Удалить пленку перед проверкой доски. То есть вот эту штучку надо будет удалить и потом проверять. Доска неимоверно большая, конечно, но я думаю, ей понравится. При желании ее можно будет, конечно, прикрутить, либо прилепить, но она абсолютно новая. То есть, ну, доска метровая, ну, где-то на 60 сантиметров. Вот такая вот бомбическая доска. К ней еще мне дали маркеры, тряпочку, ой, вернее, губку для стирания. Но она осталась на работе. Еще положили вот такие вот здоровые листы бумаги, целую упаковку из 5 наборов. И вот такие вот огроменные листы бумаги, на которых можно будет рисовать, прикрепить и рисовать. Они даже больше, чем доска. Кируха будет в восторге. Вот такая вот новинка. Абсолютно новая досточка. Класс. Ставим лайки, подписываемся на канал и смотрим, как обрадуется Кируха, когда узнает. Всем пока!